Дорогой Михаил Алексеевич, 6 класс 43-й школы поздравляю вас с праздником Победы. Мы желаем вам крепкого здоровья и бодрости духа. Мы помним все ваши советы и наказы, которые получили на 23 февраля. Обещаем вырасти достойными правнуками победителей. Сейчас мы не можем поздравить вас лично, поэтому отправляем этот видеоролик. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила, прястик новости заварла. Про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песенка девичья, ты лети за ясный солнце свет. И бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. Поздравляю дедушку с праздником Победы. Это даже хорошо, что на ней он не был. Был тогда, как я сейчас, маленького роста. Хоть не видел, он врага ненавидел просто. Он работал, как большой, свою горбушку хлеба. Приближал победы день, хоть бойцом и не был. Стойко все лишения снес, расплатившись детством, чтобы в мире жил и рос внук его чудесно. Чтоб в достатке и любви наслаждался жизнью, чтоб не видел я войны, дед мой спас отчизну. Куда б ни шел, не ехал ты, но здесь остановись. Могиле этой дорогой всем сердцем поклонись. Кем не был ты, рыбак, шахтер, ученый или пастух, навек запомни, здесь лежит твой самый лучший друг. И для тебя, и для меня он делал все, что мог. Бою себя не пожалел, а родину сберег. Пусть будет мир, пусть пулеметы не строчат, а пушки грозные молчат. Пусть в небе не клубится дым, пусть небо будет голубым, пусть бомбовозы по нему не прилетают никому, не гибнут люди, города, мир нужен на земле всегда. На самом шумном перекрестке у входа в город Сталинград стоят каштаны и березки, и ели стройные стоят. Как нищий ты их не встретишь в лесах заволжской стороны, и говорят, деревья эти издалека принесены. А было так, война когда-то была на Волжском берегу, на перекрестке 3 солдата сидели рядом на снегу. Стоял январь, и ветер хлесткий поземку в кольца завивал. Горел костер на перекрестке, солдатам руки согревал. Что будет бой, солдаты знали, и перед боем с полчаса они, наверное, вспоминали свои далекие леса. Потом был бой, и 3 солдата навек остались на снегу, но перекресток Сталинграда они не отдали врагу. И вот теперь на перекрестке, на месте гибели солдат, стоят каштаны и березки, и ели стройные стоят. Шумят нездешними листами, дождем умытые с утра, и обжигают нашу память огнем солдатского костра.